про первую часть говорите. Да. Что еще... вы остаетесь депутатом. Вы есть депутат, да. Но я депутат на две постоянные основы, потому что я не получаю вознаграждение как депутат. Не... А я депутат, я на постоянной основе глава муниципального округа. А если две должности будут, значит, что вы получаете, что получаете вознаграждение? Да. Так у него, ты руководитель, ты получаешь одно. Ты пенсию получаешь по старости или по инвалидности? Ты одну получаешь. Выбираешь. По старости и по инвалидности. Нет, неправильно. Я получаю по старости или по инвалидности. Потому что вы там пишете, когда вы пенсию уходили, пишете или ту, или другую. Послушайте меня, мы отвлеклись в другую сторону. Но мы все должны понимать, что у нас в другой должности освобожденного депутата внутри нет, нас не вакансии. Вопрос вообще в чем? Если бы не освобожденный депутат, это в округе. Это разные вещи. Но это разные вещи. Зачем у вас создали? На столько миллионов. Когда будет освобожденный депутат. От должности называется. Но вы должны понимать, что вы с должности освобожденного депутата с собой забрали. Народ забирает другое. Народ считает, что когда вы говорите, что вот депутат на непостоянной основе, они говорят, а где это наше на постоянной основе? Да, место ваше. Когда вы ушли туда, вы с собой забрали эту должность из устава. Мы создали эту муниципальную власть. Деньги за что брал с должности, да, на постоянной основе. Да. Депутат я на непостоянной основе. Да, вот и нет, а где же она есть-то? Сынок, можно спросить? Да, пожалуйста. Вы скажите, пожалуйста, вот Радченко, он у вас грамотный или не грамотный? Нет, я знаю, что я говорю, дело в том, что я вчера спросил у Радченко, когда мы были на бюджетной комиссии, Вячеслав Григорьевич является депутатом на постоянной основе? Он говорит, конечно, на постоянной. Глава муниципального округа. Вот, ну, я вам передаю слова. Он говорит, он сам не знает. Вот ваш помощник. Нет, вот я вот просто... Я знаю, вы доверяете, себя вы доверяете. Вот. Можно я по-другому вопрос, пока вы не закончите? Я думаю, что депутат Фадеев должен извиниться перед депутатом его школы. Да, свои высказывания. Какие? А вот которые все слышали, и которые, как вы сказали, кто-то поймет, кто-то нет. Слово употребляет. А о чем вы говорите? Я сказал, что... Ну, давайте так. Повторите еще раз. Не надо. Просто когда говорите аккуратно, вежливо. Я вежливо. А получилось слово... Не, Максим Анатольевич, что вы подобаете? Зачем, уважаемый, давайте так. Очень хорошо, что смеялся. Давайте не скажем, будем... Давайте повторим, не вопросы. Мы должны разговаривать о мнении. Это я не говорю о себе. Вы у меня будете. Максим Анатольевич, как приятно. Конечно. Ну, каждый должен... Несмотря на то, что вы обогатились время, желаю вас полгода. Желаю счастья, здоровья, добра и нормальности.